Приветствую зрителей на канале, с вами SmileSick. Это очередное видео по хардкорной игре Коди. И мы в 13 уровне. Нас ждет очередные 6 уровней. Снова 3 Коди, опять непонятно что. Однозначно проглядывается паттерн здесь. Однозначно, что после захода в эту точку останова мы повторим это снова здесь. И окажемся на финише. Это значит, что путь у нас уже заказан. Единственный вопрос, кто возьмет вот эту звездочку? И вроде как это должен делать красный, каким-то образом телепортироваться, нажимать на эту кнопку, но у меня все возьмет синий. То есть все вот эти действия со взятиями будет делать только синий. У меня получилось уложить все его команды, поэтому где-то может что-то будет соптимизировано, не факт, что получится. Ладно, попробуем. Итак, здесь однозначно шаг со взятием у нас не получается сделать, он здесь. Но так как у нас здесь есть прыжок, делаем прыжок со взятием. Сюда мы помещаем всю эту процедуру и делаем ее 4 раза. Раз, два, три, 4. До телепорта 5-й раз нам не нужен. И сразу же с этого мы и начинаем. Никаких «если» проверять мы здесь не будем, они мне просто ни к чему здесь в данный момент. Может, конечно, здесь планировалась какая-то рекурсия, но я о ней, видимо, забыл на тот момент. Так, после формы оказываемся на телепорте, телепортируемся. После этого я поворачиваюсь налево, то есть мне нужно добраться до этой звезды. Я делаю, естественно, раз, два, три, 4. И дойти до звезды мне все равно нужно. Поэтому я просто-напросто ее беру. Сразу же не просто делаю шаг, а шаг со взятием. Ну, точнее, прыжок со взятием. Звезду мы взяли. После этого... После того, как это получилось, разворачиваемся. Так, процедура. Хотя мы сейчас находимся на если. Давайте мы в если поместим частично для экономии места. Мы сейчас находимся на зеленой, поэтому здесь мы делаем разворот. В любую сторону можно это делать. И опять же, максимально далеко нам нужно будет добраться. Раз, два, три, 4. То есть вот у нас фор. Как раз, и после этого делаем дополнительный шаг. Никакого взятия здесь больше делать не нужно. Продолжим писать процедуру здесь. Естественно, мы поворачиваемся и делаем шаг вперед, после чего у нас вызывается программа с самого старта, и наш робот финиширует. Отлично. То есть его программа полностью готова. У нас красный «если» вообще не использован, и последний блок тоже. Так что оптимизация уже какая-никакая получится. Осталось только всех роботов развести по своим местам. Давайте разберемся с красным. Он должен оказаться у нас вот здесь. Каким образом это можно сделать? Ну, можно его провести через вот этот вариант. И у нас здесь только «если», поэтому нам в любом случае до него нужно будет добраться. То есть будем исходить из этого. Итак, нужно отреагировать на оранжевый блок. Давайте два раза просто запрыгнем, хотя два раза-то, наверное, и не получится. Давайте один раз, потом шаг, пройдем. Вот здесь дверь-то, возможно, у нас будет уже открыта, зеленая, и мы просто встанем сюда. То есть программа будет очень короткая. Задача зеленого в первую очередь нажать на эту кнопку, чтобы красный смог пройти. Итак, запрыгиваем, поворачиваемся, и здесь мы делаем, опять же, если. То есть мы сейчас на зеленом, сэкономим немного команд и рискнем пройти сразу же через вот этот электрический блок. Мы окажемся на месте двери, поворачиваемся и просто спрыгиваем вниз. Все. У красного тоже программа готова. Теперь нам нужно его синхронизировать с зеленым. Итак, цикл фор у нас, опять же, будут какие-то действия. И в моем случае я поставил 3 шага, но сделал ее прыжками на всякий случай, мало ли мне где-то понадобится. Может, у меня только шаги будут, но на всякий случай это сделал. Так, вызываем этот фор, и после этого, так, нет, не нужно, я нажимаю на эту клавишу. То есть теперь красного можно даже проверить будет. Все, отлично. Осталось дописать только программу зеленым, то есть все остальные уже точно разбегутся по своим местам. Главное, чтобы нигде с синим не пересечься, потому что, ну, красный сам по себе, он к тому моменту будет уже на финише, и через него мы точно уже проходить не будем. Хотя можно тоже как-то срезать. Но синий придет с этой стороны, его это не коснется. Итак, в процедуру я поставил 2 прыжка здесь, точно так же.
То есть у меня будет 3 прыжка, либо 2 прыжка. И теперь нам нужно дойти до этого телепорта. Делаю я это при помощи процедуры. И после этого телепортируюсь. Так, я оказался здесь. Моя задача, докуда вообще добраться? До вот этого блока. Так, ну давайте тогда двигаться вперед. После этого мы поворачиваемся, у нас есть блок, который мы поставим, и просто перейдем сюда, ну, просто напрямую. Поэтому делаем шаг с поворотом. Дальше ставим блок, через который мы перепрыгнем. Опять же, мне нужно, сколько здесь у нас до этого поворота, до зеленого, 1, 2, 3, поэтому вызываем for. Оказываемся здесь, после этого поворачиваемся и заходим вперед. Поэтому for, опять же, прыжки как раз пригодились, то есть чтобы перепрыгнуть блок, который мы поставим. Ну и все, то есть у него программа максимально забита, у красного тоже все по максимуму, а у синего получилось, ну, чуть-чуть буквально сэкономить. Может, ему предназначался какой-то другой путь. Отлично. Здесь снова один Кодди. И казалось бы, что поначалу нужно сделать шаг со взятием, ну где-то там, если отреагировать на него, но это не будет работать, мы ничего не соберем. Взятие должно быть самым первым, то есть как только мы стали на точку останова, нам нужно будет ее сразу же использовать, поэтому взятие будет в начале, иначе ничего не получится. Итак, если мы должны это как-то обработать, то есть мы поворачиваемся, и этого будет явно недостаточно, мы должны сделать дополнительный шаг, чтобы снова попасть на точку остановы и двигаться вперед. Таким образом мы доберемся до зеленой. Замечательно. Я думал, что, ну, что тут сложного, поворачиваешься на зеленой и все. На самом-то деле нет. Нам нужно еще и вернуться обратно. А вот это была засада. То есть, казалось бы, ну, вообще элементарнейший уровень. Итак, давайте, если у нас есть, теперь нам нужно его как-то обработать. Достаточно зайти в телепорт, чтобы сэкономить маршрут. На самом деле, может даже и разумно просто перепрыгнуть. Так, высота-то ведь небольшая, и точки остановок у нас уже все есть. 1, 2, 3, 4. Если формы добавим прыжки, я, конечно, вот здесь шел, но прыжков-то у нас и нет. Вот в чем засада, почему я так и не сделал. Так, у нас еще и процедура целая свободная. Ну, там будет рекурсия однозначно. Так, поехали. Продолжим. Так, если поворот. Дальше мы заходим и телепортируемся. Оказываемся здесь. Дальше вызываем процедуру 1, в которой у нас все и будет происходить. Вся основная магия. Итак, у нас 1, 2, 3, 4, 5 шагов. И 1, 2, 3, 4, тоже 5 шагов. Поэтому for у нас здесь будет 5 шагов как раз. И в этой процедуре мы как раз все и сделаем. Итак, у нас идет for, потом идет поворот и очередной for. Ну, в принципе, вот так это все и решается. Даже на скорости это не очень быстро проходится. Но, на самом деле, вот когда я первый раз этот уровень увидел, думал, ну, да что тут просто, надо просто прийти сюда. Оказывается, нет. Телепорт-то вот здесь. Все. Уровень завершен. И снова, чтобы не расслаблялись, сразу 3 коди. Так, что у нас там с зеленым? Так, зеленым мешают тоже 2 двери, телепортируемся, ну и пробегаем вперед. То есть он должен пробежать немножко раньше остальных, потом красный доходит. То есть здесь нужно будет, скорее всего, поставить блок, телепорт, и он заходит на финиш. Обязательно после зеленого, иначе они столкнутся. А синий у нас должен зайти сюда, то есть он идет, нажимает по кнопкам, а все остальные двигаются параллельно. Так, все зависит от синего, поэтому мы начнем с него. Тем более здесь однозначно идет рекурсия. Через точку остановки он у нас тоже проходит, но здесь нам ничего не мешает, поэтому мы с него и начнем. Так, процедуру первую мы вызываем, в которой делаем шаг и ожидание, иначе пройти через двери они не успевают. После этого делаем обязательный опрос, потому что у нас здесь есть блок, на котором нужно делать поворот, и все это зацикливаем. В блоке, естественно, мы делаем поворот. Дальше. Здесь нельзя, ну, недостаточно просто этого поворота, потому что если просто так идти, то ничего не произойдет. Поэтому здесь придется через for и делать ожидание. Здесь 2 действия. Я сделал вот так. То есть, чтобы были
так как у меня рекурсия, а вот этот может не успеть собрать все вот эти звезды, я могу пролететь мимо финиша. То есть я вот этой кнопкой буду делать такую заглушку. 5 действий. И сколько у нас таких? Так, где у нас если? Если. И вызову 2 раза for. То есть 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Здесь у нас идет переход. И дальше мы снова попадаем на старт. На самом деле, 5-то, наверное, даже здесь слишком. Ну, ладно. Все. Ну, естественно, здесь он выдаст нам ошибку, потому что сейчас никто звезды не собрал. Значит, очередь красного. У него, опять же, идет процедура. То есть, ну, здесь просто очевидно это. Так, что у нас здесь? Ну, давайте. Итак. Здесь у нас шаг. И если... Потому что каждый шаг мы должны будем опрашивать, иначе мы здесь не пройдем. Делаем дополнительный шаг и зацикливаем это все. То есть все, вот таким образом это будет у нас из этого состоять. Во вторую процедуру я запихаю вот проход по этой части. Так, давайте проверим, что мы действительно идем. Все, теперь нам пора отреагировать на оранжевый блок. Мы поворачиваемся, запрыгиваем, и здесь я вызываю процедуру 2, в которой и возьму все вот эти блоки. Рекурсию здесь делать нельзя, потому что мне нужен вот этот блок, который возьмет в этот момент, кто зеленый уже должен его будет взять. Так, давайте, мы окажемся наверху, значит берем, шаг, снова берем, снова шаг, снова берем. После этого ставим блок, делаем 2 шага до телепорта, телепортируемся, и мы оказываемся, так, оказываемся здесь, и у нас дальше... Так как мы находимся вот здесь в рекурсии, мы будем делать вот этот шаг, и все. На этом все закончится. Теперь осталось сделать зеленого. Так, давайте по порядку. Что у нас тут? Процедура. Так, в процедуру. Процедуру я поместил взятие и 2 шага. Первое взятие, оно будет как пауза своеобразная. Но взятие, оно должно быть. После телепорта мы должны его сделать. Так, вызываем эту процедуру. Дальше небольшое ожидание. Снова процедуру, потому что здесь зацикливания нет, как такового. Оказываемся здесь и телепортируемся. Оказались тут. Снова идет шаг. И снова процедура, то есть взятие и 2 шага, и мы на финише. То есть, ну, примерно вот так это у меня и получилось. Так, фор остался, ну, вообще не удел. Все, все на своих местах. Может, даже можно что-то и улучшить. Так, ну опять он что-то говорит, я опять не жду. Дам тебе подсказку. Иногда для прохождения уровня не все кусочки кода для создания блоков надо собирать удачи. Ну, вообще-то, как бы это и так понятно. Вот с этим уровнем я провозился достаточно долго. То есть синий однозначно идет вот эту змейку, то есть у него идет вот здесь проход, потом после оранжевого блока идет цикл, снова шаг, запрыгивание и поворот направо. То есть вот здесь вот эта линия, вот здесь эта линия, дальше вот этот телепорт, и он оказывается у нас наверху. Но если мы сделаем шаг с запрыгиванием, то есть уже все должно быть собрано. Хотя он, в принципе, так все собирает. Давайте с него и начнем. Итак, у нас однозначно идет процедура, в которой мы запрыгиваем. После этого поворачиваемся, снова запрыгиваем, делаем 2 шага. А вот эти блоки я собирать вообще не буду, в этом нет необходимости. Так, дальше. Сколько у нас? 1, 2 шага. Здесь снова вот мы запрыгнули. 2 шага, вот у нас зеленый блок, если, поэтому я на него сразу ставлю условие дополнительное, потому что здесь, если я сделаю шаг с телепортом, то здесь надо двигаться по прямой, а здесь я уже сверну. Поэтому вот это если нужно только для того, чтобы вот этот телепорт безопасно пройти. Дальше. Так как здесь телепорта не... Ой, если нет, мы должны вот этот шаг доделать. Повернуться налево. Сделать 2 шага вниз. Оказаться на оранжевом блоке, который мы должны как-то обработать. Все, вот у нас основная программа вот именно такая. Теперь давайте, если обработаем.
при повороте, вот здесь у нас идет поворот, то есть мы смотрим вперед, после этого поворачиваемся и вызываем процедуру. Так, вот здесь, лесенку лучше сюда. Здесь места не хватит, поэтому процедура 3. Так, процедура 3. Давайте сразу ее пропишем. Итак, шаг со взятием, то есть мы уже повернулись, шаг со взятием. Дальше. Поворот, шаг, поворот и снова процедура 3. То есть это все будет зациклено. Точка останова это все сбросит, то есть рекурсии у нас не будет. То есть можно даже посмотреть, что да, это у нас сработает. Так, отлично. Теперь нужно прописать зеленую часть. Так, зеленая. Что у нас здесь? Получается, мы делаем шаг с... Хотя нет, лучше здесь еще... Лучше процедуру, там несколько действий. Итак, мы телепортируемся. Запрыгиваем. И... Запрыгиваем. Делаем шаг. Вот здесь, вот на этом будет стоять блок. То есть вот эта точка, она здесь мешает. Вот прям действительно мешает. Поэтому я ее сделал именно блоком. К тому же через нее, через вот этот блок, может красный добраться до своего финиша. Таким образом, то есть вот через бок. Все, таким образом у меня он полностью пройдет все. У него была самая сложная программа, я ее долго очень ковырял. Все, то есть он прекрасно проходит. Он этот блок на самом деле разрушает, но красный придет туда раньше. Поэтому давайте разберемся с ним. Так, мы поворачиваемся, то есть через эту точку я не пойду, я пойду через основной маршрут. Здесь нужно будет сделать 1, 2, 3, 4, 5, 5 прыжков. Ну, точнее, прыжка только 2, но будем оптимизировать. Опять же, это универсально, можно всегда только прыжками. Хотя, на самом деле, в одном месте мне все-таки пригодились именно шаги, в каком-то месте это все-таки сработало. Я думал, что во всю игру этого не встречу, но это будет ближе к концу. Хотя мы и так уже почти в конце. Так, вызываем этот фор. Проходим до телепорта. После этого телепортируемся и ставим блок, который возьмет зеленый. То есть ставить будет это красный. То есть он стоит, ну прям, что бы не сделать там. Дальше запрыгиваем на этот блок и вызываем процедуру. Так, в один у нас мало места. Ну, вот это самая длинная. Давайте процедуру 2 это засунем. Теперь процедура 2. Шаг. Так, где мы, на чем закончили? Мы запрыгнули. Теперь получается шаг, поворот и спрыгиваем на финиш. Все, мы оказываемся на финише. Теперь осталось зеленый, дело за зеленым, который нам поставит сюда блок и перейдет на свой финиш. Через красный телепорт или через какой я его направил. Ладно, сейчас будем разбираться. Итак, процедура 1. Я поставил шаг со взятием и сразу же ее вызываем. То есть один блок нам понадобится, иначе этот у нас ничего не сможет сделать. Дальше делаем шаг и опрашиваем если для экономии места. То есть все если чаще всего используются, я лично использую как процедуры для экономии места. Итак, поворачиваем. Дальше вот эти два блока я тоже возьму. То есть, ну, я могу, конечно, и просто шаги сделать, но какая разница. То есть если я возьму их со взятием, то почему бы и да, почему бы и не взять. Так, процедура 1, потом... Так, где я окажусь? В процедуру 2 я поместил шаг с телепортом. Поэтому вот здесь я захожу в телепорт, телепортируюсь. Дальше делаю это еще раз. Оказываюсь вот тут. После этого можно будет просто... А, так мы уже на финише. Все, делаем шаг и все. Я почему-то его на красный хотел отправить. Все, мы будем на финише. На самом деле, вот эти два блока-то и не нужны, можно и без них обойтись. То есть просто шаги сделать. Так, ну, в принципе, отлично. Двигаемся. Так, снова 3. Кодим. Зеленый у нас может сразу двигаться на красного. Синий. Куда он должен у нас прийти? Если через телепорт сюда. И можно будет здесь пройти. Несколько процедур. Вот здесь все просто разбито, кстати. Вот здесь кусочек торчит мейна для красного. И вот это мейн для зеленого. А у зеленого ее нет. То есть у нас получается одна такая огромная цепочка. Кстати, здесь ну кошмар просто. Вот как так? Зачем так делать? Вообще не понимаю. Так, ну-ка, что у нас с красным?
Так, ну у него вроде как покороче даже все. Так, ну давайте с красным, наверное, и разберемся. Так, здесь у нас раз, два, три, четыре шага. Давайте тогда их отдельно запихаем сюда. Четыре шага. Сразу же вызываем. Проходим вперед. Дальше поворачиваемся. А, взятие забыли. Пусть он сразу же и возьмет эту часть, эту звездочку. У нас всего их две. После этого мы повернулись. Снова раз, два, три, четыре шага. Так, куда? Четыре шага. Дверь должна быть открыта. В этот момент, скорее всего, зеленый будет на ней стоять. Я уже не помню. Я помню, что я их напрямую проводил. Далее. Раз, два, три, четыре. Здесь делаем шаг. И ставим блок. После этого вызываем процедуру 1, в которой мы на этот блок запрыгиваем, поворачиваемся, спрыгиваем, поворот и два шага, и мы оказываемся на финише. Так, еще раз повернулись. Раз, два, три, четыре. Шаг. А здесь он у меня, по-моему, не успевал, и у меня вот эти 4, то есть он не доходил до сюда, потому что иначе зачем делать вот здесь точка останова? У меня, по-моему, как раз не дошел. Он дошел здесь, вместо 4 шагов он сделал 3, один шаг я дошел, поставил блок, и вот здесь как раз идет проход на финиш. Все. Эту звезду будет брать другой. Все, с красным у меня все. Так, зеленый двигается прямо за ним. Здесь будет процедура, в которой я буду прыгать, опрашивая, если она будет полностью зациклена. То есть, как только мы окажемся здесь, мы будем это обрабатывать. Сворачиваем. Дальше, после того, как мы повернули, запрыгиваем. Снова поворачиваемся. То есть, наша задача добраться сейчас до телепорта. Дальше. Запрыгиваем, делаем шаг, телепортируемся. И мы оказываемся вот здесь, смотрим в ту сторону. Дальше у нас не хватает места, просто вызываем процедуру 2, в которой это записываем. Итак, поворачиваемся. Так, зеленый, в принципе, уже почти на финише. Поворачиваемся. Здесь нужно будет поставить блок, но только кто его будет ставить? Ладно, наверное, я просто вызову фор, в котором я подожду. Потому что у меня, по-моему, блока не хватило, мне пришлось ждать. Ну и, соответственно, после ожидания можно будет блок поставить. Ну и дальше идет рекурсия, в которой я просто-напросто запрыгну наверх. Все, у него достаточно. То есть нужно дождаться, когда синий все это сделает. Наберет нужных блоков. Так, делаем шаг, если... Сразу же опрашиваем для экономии места. И здесь мы просто... Ну, просто взятие пускай будет, раз мы находимся на этом блоке. Поехали дальше. Снова делаем шаг, поворот. И двигаемся в сторону синего телепорта. Дальше места не хватает, поэтому вызываем процедуру 1. Все по порядку здесь, к тому же и места больше. Так, процедура 1 у нас состоит из шага, прыжка. После этого мы телепортируемся, делаем... Так, где мы оказались? Вот она. Делаем шаг вперед как раз до кнопки, чтобы у нас красный прошел. Так, делаем шаг. И вот здесь нужно будет подождать. Мне хватило и одного ожидания, после этого можно двигаться дальше. Здесь у нас точка останова, мы делаем шаг. Так, а если я никуда это не поставил, да? Хотя нет, вон он в главной программе, вот у нас идет шаг, и если, вот сейчас можно его обработать. Здесь мы, естественно, поворачиваемся в противоположную сторону, дальше у нас идет фор, в который я еще пока ничего не вставил. Здесь будет прыжок со взятием. Выполнен 4 раза. Раз, два, три, 4. То есть здесь, вот это место, оно тоже будет просто проходиться. Так, где она? Вот здесь фор. А нет, мы же в если это засунули. Так, поворот, фор. Мы окажемся здесь. Так, и у нас осталась процедура 2. Вот я ее и вызову, чтобы здесь закончить всю остальную программу. Итак, ставим блок.
чтобы вот здесь можно было перейти к себе. И после этого вызываю... Так, где у нас ходьба? Вот у нас ходьба, прыжок. Этого достаточно будет, чтобы все это завершить. Вызываю процедуру 1. Там будет достаточно шагов. Даже если нажимать нечего, мы все равно 3 раза пройдем вперед. Так, ну и вроде бы все, я ничего не забыл. Ага, не успел. Зеленый не успел. Так, давайте разбираться с ним. Что у нас с ним? Так, здесь вызывается первая процедура. Шаг, если процедура 1, все это зациклено. Процедура 2. Мы поворачиваемся. Цикл. То есть здесь у нас идет ожидание. Дальше процедура 3, в которой мы просто запрыгиваем. Так, если поворот направо, прыжок, поворот. Здесь прыжок. Процедура 2. Здесь ожидание. Так, ну я чувствую, что через трекинг... У меня вот как раз первый раз я столкнулся с этим, по-моему, даже вот в этом уровне. Так, ну что, поехали. То есть у меня при трекинге это все прошлось. Вот, видно было, кстати, да, что он на месте пробуксовал, поэтому ему не хватило места. И вот здесь, опять же, все хватило. То есть, вот, по-моему, я первый раз столкнулся здесь. Если вы автор игры, то... Пофиксите это, пожалуйста. Это ненормально. Так не должно быть. Ну вот, это классный уровень. Ну, то есть, видно, что это просто по фану сделано. Сиди, отгадай, как я это придумал. Вот, это примерно вот так выглядит. По-другому я это никак не назову. То есть, сиди и подбирай. Больше вариантов нет. Итак, ну, раз синий у нас первый. Да, кстати, здесь прыгать нельзя. Да и некуда. Здесь все идут шаги вниз. Как-то обмануть это не получится. Так, во-первых, мы поворачиваемся. Здесь как бы это однозначно. Дальше, ну, ничего не остается, кроме как вызвать процедуру 1, в которой мы будем делать шаг, если... И все это просто будет зациклено. В если нужно будет как-то на это отреагировать. Итак, здесь поворот направо. Мы должны прийти вот сюда. Сделать это можно будет лишь одним способом. То есть вот смотрите, шаг сюда. И снова поворот идет налево. Здесь снова налево, снова шаг. Вот у нас здесь снова обработка, поворот направо. Через зеленый мы просто проходим. Их будет брать у нас другой робот. Но не синий. Потому что здесь реакции нет. Здесь направо, здесь направо. Здесь мы заходим, точка останова нас опять же разворачивает вот этот поворот на старте. Итак, мы поворачиваем. Дальше. Здесь попробуем пробежать сразу два. Дальше. Вызываем если. Это нужно ли, то есть не для зеленого, а для красного. Для оранжевого. То есть здесь снова будет ожидание. То есть у нас здесь снова идет процедура, снова если и так далее. То есть, так, трекинг отключить. Кстати, интересно, вы заметили, да? Смотрите, компиляция, раз, и все. Так, мне прямо интересно стало, а получится ли таким образом сломать игру? Давайте попробуем без ожидания. То есть они вот реально просто не видны? Или они реально не работают? А теперь смотрите, я без трекинга это делаю. И это здорово, да? Это баг, который точно надо фиксить. Посмотрите. Они просто отключены. Таким образом можно вот реально сломать игру. Ладно, мы не будем этим заниматься. То есть, ну, там пришлось это делать, потому что по-другому это не работает. Смотрите, как это делается. То есть, включайте трекинг, компиляцию, если у вас эти блоки, и трекинг отключать. Все, у вас ни один блок не работает. То есть, можно прям оптимизировать только в путь. Ну, давайте покажу, что действительно по этим блокам я спокойно прохожу. То есть, вот это ожидание мне потребовалось, действительно. Все, и мы дошли до финиша. Все. Теперь... Кто у нас будет брать? Брать будет зеленый, поэтому вот, чтобы он у нас сразу же не умирал, здесь будет все остальное. Итак, шаг и процедура. Шаг-шаг, вот здесь мы сразу же попадаем в процедуру, в которой мы находимся в если, то есть если у нас, шаг и процедура 1. Все, то есть это цикл, как обычно. Давайте отреагируем. Если мы на... Так, каким образом мы пойдем? А, вот здесь направо. То есть просто повернуться, и все, и мы на финише. Здесь, стой, вот тут. Здесь мы должны делать взятие. И вот дальше, опять же, я поставил два ожидания.
на остатки. Все, отлично, остался только красный. Ему нужно просто пройти вокруг. Вот у него блок здесь, финиш точнее. Итак, здесь много ожиданий, большая толпа, поэтому 3 ожидания после этого процедуры. То есть у всех перед вызовом процедуры, вот здесь, есть какой-то подготовительный ход. То есть у зеленого, например, шаг вперед, то есть мы просто проходим. И у этого 3 ожидания, иначе они просто столкнутся. И опять же, шаг, если зацикливаем. Здесь очередная реакция. Здесь поворот. Больше тут ничего не остается. Так, ну и в зеленом, раз у нас дали, здесь я поставил ожидание. То есть это проходится. Все, они в принципе пройдут. Но опять же, как я сказал, вы можете сэкономить на вот всех этих ожиданиях, которых нет. Сделать все очень просто. Так, и поехали. Все, у нас все выключено. Ладно, давайте будем честными. Хотя игра с нами иногда нечестно поступает. Так, это у нас уже 19 уровень, и его мы начнем уже в следующей серии. То есть у нас остался последний ряд с 19 по 24. Ну что, ставим лайки, подписываемся на канал. Если этого еще не сделали, рекомендуем видео знакомым друзьям. Ну и до встречи в других видео. Всем пока!